Всем добрый день. Сейчас мы вам расскажем про систему подвязки. Вот это я открыл коробочку, комплектовал для отправки Почты России. 4 нитки. Это вот наш. И вот сама система подвязки. Тут у нас 5 м. Значит, что в комплекте идет? Идет в комплекте трос нарезанный. Следующее. Запчасть, фурнитура, так называемая. Тал-рэпы. На каждый трос получается вот так вот выкладываем. Тал-рэп. 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 Тал-рэп, да? Это с одной стороны. Потом, значит, идет пластина. Вот так вот. Пластина. То есть вот так вот цепляется крюком. Вот так вот. Потом с другой стороны прикручивается опять пластина, да, пластина, саморезом вот таким, 5,5 на 19 в комплекте идет, каркас в то место, в которое вы хотите. Потом, значит, здесь надевается карабин М6 или М5, раз, защелкивается, и трос соединяется с помощью вот таких зажимов с двух сторон. И получается вот такая система, то есть вы ее можете расположить в любом месте теплицы и подвязать. Как она выглядит вживую? Ну, тут видите, тут саморезы. А, еще. Тут вот еще ложатся вот такие вот ушки, через которые вы продеваете трос. Если раму, чтобы он не провисал. Вот с такими клопами. С такими саморезами. То есть, вот такое еще ушко с саморезом. Через него продевается трос на арках, чтобы он не провисал. Вот такой комплект. Аккуратненький, небольшой. Теперь вживую. Вот тут у нас угол. И вот он, смотрите, идет. Например, вот эта вот пластина, да? Карабин, зажим, трос. И с другой стороны то же самое. Но с другой стороны уже тал-рэп, который натягивает. А еще если взять, увидеть комплект, то вот он вживую. То есть пластина, прикручивается каркас с одного торца, карабин, потом зажим, трос зажимает, и другая сторона то же самое. Зажим, только тал-рэп, и с этой стороны пластина ставится. Прикручивается раз, вот так вот. И получается вот такой у нас комплект. Очень удобная вещь, подвязывать растения, то есть нужно подвязывать ниточки, шпалеры так называемые. Отправляем в любую точку Почты России. В среднем посылочка, они тяжелые идут. Где-то в среднем по России от 300 до 500 рублей посылка в зависимости от количества тросов, длины тросов и комплектации. Так что успевайте заказывать. Всегда в наличии. Скомплектуем любую длину, любое количество, как вам удобно. Стоимость недорого. Комплект стоит с фурнитурой 70 рублей погонный метр. Это не очень дорого, потому что один тал-рэп сейчас больше 30 рублей стоит. Пластины, зажимы, саморезы, плюс комплектовка. Ну и трос сам где-то около 10-12 рублей или 15. Сейчас мы даже применяем не такой трос. Это 2 на 3, мы применяем 3 на 4. Более толстый, более надежный, более мощный. Теперь чего сказать. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте палец кверху, лайки, пишите комментарии. Заказ можно заказать в любом мессенджере, WhatsApp, Viber, телефон, в посте укажем в тексте. Спасибо всем огромное за просмотр.